Так, ребят, всем привет. С вами Армак, и начинается партия на шаблоне 4SM0D. Выпали темницы обоим. Играем с игроком из Вьетнама. Попросил он играть на... Ой-ой-ой, приходит Шакти. Как замечательно-то, а? Так, ну это уже интересно. Вот это уже интересно. Также попросил он 160% сложность поставить. Поэтому на ней, в общем-то, и играем в итоге. Так, находим рудничок. Серьезных блоков я вроде тоже не вижу. Вижу склепик. Возможно, будем сразу же грейдить троглодитов. А с другой стороны, может быть и нет. Сейчас посмотрим. Так, а разгончик-то еще интереснее приехал. Даст тоже есть. Герои по золоту. Так, а вот и проход сразу же есть на соседнюю зону. И здесь никак не пройти. А мастер гремлинов желательно все-таки каким-то образом допробить. Так, и мы подобрались с вами к лесопилочке, которую можно будет забрать на следующий день. Что мы будем строить изначально? Можно, конечно, бихолдеров поставить. Так, соперник спросил, как переписываться во время игры. Так, все, соперник понял, как писать. Ну, надо еще одного по-любому героя сначала купить. Пусть это будет Дас. Тоже разгоним его. Давайте его попробуем загнать наверх, наверное. И тут нам придется големов с вами бить. У них пятая скорость. И, наверное, все-таки... улучшение троглодитов, оно напрашивается само собой. Придется играть именно через грейд. Так, стрелки есть. Всех прям брать смысла особого нет. Особенно гарпии я не вижу смысла сейчас таскать. Возьмем одну собачку и просто единичек наберем. Еще одного героя, наверное, тоже будем покупать в ближайшее время. Ну а мастер гремлины, наверное, чуть попозже будут пробиваться. На некроземле склепик тоже не очень-то хотелось бы бить, наверное, изначально. Все, поехали. 8 трогликов, говорят, потеряй. Ну уж нет. Так, давайте сверху станем. What talking so long? Many fights. Соперник спрашивает, почему так долго? Есть. Соперник не верит. Говорит, что прям сразу же... А, ну, наверное, он все-таки новичок. Раз его удивляют длинные ходы изначально.
Так, первая скорость за нами, правильно? Да, шестая. То есть троглодиты будут раньше бить. Что нам, в принципе, и надо было. Сразу же есть смысл подогнать сюда еще какого-нибудь героя. Пусть это будет Нимус, к примеру. Она сейчас тут все это дело разберет. Шакти у нас подкачается. Ну, не дотянется, конечно, куда нам надо. Но это не страшно. Едем бить железных големов. Так, меня тут больше интересует, будем ли мы ваншотить, то есть добивать с одного удара. Но я как раз у соперника спрашивал, типа, нормально ли будет? На всякий случай первый раз снимем ответку, а дальше уже будем смотреть, сколько мы урона наносим. Не, нормально ваншотим, то есть можно обходиться и без этого в таком случае. Ясненько. Так, и отлично, они, кстати, разводятся. Лучше не придумаешь пока. Давай тоже где-то сюда. Собачек чуть повыше где-нибудь уберем. Ожидаем, ожидаем. Не достаем, значит, ожидаем. Тоже ожидаем. Так, вот с вот этой. А, хотя стоп, а зачем нам снимать ответку? Мы же помним, что мы ваншотим. При ваншотах не надо ничего снимать. Отбежали, добили. Отлично, с минимальными потерями. Так, это у нас тут ДАС. Кстати, не может тут очистить ничего. Давайте сойдем. Разогнать тоже никто не в состоянии. Тактика приходит. Ну, пожалуй, все. Это наш первый день. Но он меня нашел вообще по скайпу, предложил поиграть. Я думал, что он в курсе, кто я такой. Но, судя по всему, он не знает, раз спрашивает. Хотя парень из Вьетнама. Если не через YouTube, то откуда он узнал обо мне, не совсем понятно. Он вообще, я вам могу вот показать переписку с ним, там, говорю, типа, играем с правилами или без. Он предлагал что-то из разряда, ну, по шаблонам понятно, сложность он выбрал 160, и шаблончик либо 4SM0D, либо 2SM4D3. Ну, вы в последнее время много видели игр на канале на шаблоне 2SM4D3, поэтому сыграем 4SM0D. Но на данном шаблоне прям через одну зону можно быстро встретиться. Поэтому здесь игры могут быть довольно быстрыми. Максимальный размер, который для этого шаблона можно выставить, L с подземельем, он решил без подземелья. Просто L-ка и все. Без воды, сильные монстры он попросил. Таймер я ему тоже тут предлагал. И он предлагал, говорит, давай с одним правилом, типа, на второй месяц, первый день, первая неделя, типа, драться. То есть 4 недели мошниться, а потом на втором месяц драться. Что, конечно же, немножко не то. Но героев у него уже меньше. Изначально на старте. Это для него огромный минус. Давайте, ух ты, замедление сразу же находим. Хорош. Это уже нравится. Хорошее начало. Перспективненькое, мягко говоря. Ну что, предлагаю, чтобы Нимус...
Так. Здесь никак не пройти, да, только оббегать. Давайте все равно на разведку Нимус запустим в ту сторону. Шепти у нас здесь посещает. Соперник очень быстро там отходил. Что, поедем фей бить или нет? Может быть, сверху попробовать их хлопнуть? Повышалочки пока не собираем. Немножко не до этого. Немножко не до этого. Моральку тоже повысим. I mean, where you on map? Now? Сейчас, что ли, хочет видеть, как я хожу? Так, колодец сверху находим. И в обе стороны башни, ребят, стоят. Блин, бить мага или не бить? Наверное, хотелось бы еще чуть-чуть подкачаться. Заодно золото с ресурсами с вами немножко подсоберем. Так, ну тут надо закрываться. Тут, конечно же, надо будет закрыться максимально. Причем давайте сделаем немножко не так. Собачки. По троглодитам прилетит в любом случае. То есть хотя бы один удар, и я с этим ничего не смогу поделать. Как бы ни старался. Могу немножечко попробовать снизить урон, но... Хотя вы посмотрите. И они просто удивляют сейчас. Реально просто удивляют. Не, ну круто, круто. Экспертная тактика. Блин, а маги интересно, где они стоят. Это уже считается снегом или нет, имеется в виду. Ну не знаю, наверное, развернемся, поедем немножко подкачаемся. Где-то с этой стороны. В таком случае Даса прогоняем тоже через конюшню. Конечно же, разгоняем главного героя. Сами в это время пособираем ресурсы и золото. Перед тем, как потом отстраивать город, строим бихолдеров. И передаем ход на соперника. Так, прибыл ход, смотрим. Соперник пока что все так отстает по героям. The clock on right top corner is stopped. He stopped. In me. But you. Так, ходить. Так, ну давайте Нимус пробежимся, находим еще немножко ресурсов, в том числе и дерево. И, кстати, ребят, самый простенький проход, который у нас есть, он есть как раз с этой стороны. Правда, наверное, с зомбятами не очень хотелось бы сейчас воевать. По понятным причинам. Лорелейку, наверное,
в конюшенку. Затем пособираем здесь немножко ресурсов. В плане отстройки города ставим часовенку. И нам чуть-чуть не хватает с вами самоцветов. Так, немножечко отвлекли, поэтому из-за этого сливаю больше таймера, чем хотелось бы. Продолжаем разведку. Ребят, планы меняются. Надо ехать брать внешнее жилище минотавров. Раз такие дела. И при этом бежать на всех парах как раз таки вниз. Армию тогда будем передавать с вами как-то по цепочке, судя по всему. Но нычку минотавров надо брать по-любому. Вот тут прям как ни крути. Логистика для вспомогательного героя тоже лучше не придумаешь. Так, ну и все, дальше здесь. Хотя есть проход. Так что это замечательно. Ну, здесь с этой стороны особо ничего мы так и не увидели. Ну, соперник у нас ходит, конечно, очень быстро. Так, ну здесь просто ресурсы. Цитаделевская какая-то зона над нами имеется. ДАС, конечно же, должен будет передавать армию на нас. Вопрос только в том, брать или не брать с собой бихолдеров. Я думаю, что скорее, наверное, не брать, чем брать. Кстати, а где мы будем с вами самоцветы добывать? Вот тут надо будет попробовать, да? То есть ничего пока не строим, потому что по ресурсам слабенько. Оставим это дело на потом. Попробуем побольше сэкономить. Так, по пути этих ребят как-нибудь так попробуем пробить. С кабанчиками тоже. Попробуем разобраться с минимальными потерями, чтобы Аджор остался на взятие нычки. Так, мы сверху можем перекрыть проход. Здесь тоже можно. Точнее, даже вот так вот можно перекрыть проход. Здесь вот так перекрыть проход. Остальные стоят у нас сверху, получается. Шестая скорость против шестой. Все, поехали. Смотрим, какими путями они будут в итоге бежать на нас. Угу. Чуть-чуть назад собачками бы отойти. Так, немножко не получается. Значит, назад. Во, вот теперь мы стоим так, как надо. Хорошо играешь, говорит соперник. Единичку подставим, чтобы они бежали вперед и били именно по этой единичке. А мы, чтобы могли их нормальненько... Ой-ой-ой, они раньше ходили. Сожрали все-таки Аджор. Блин, какой неприятный момент. Ну что, лезем бить нычку минотавров. Так, ну тут, в принципе, что сверху 5 клеток, что снизу 5 клеток. Закрываем троглодитов максимально.
Все, поехали. Понеслась, так сказать. Ждем, пока подойдут сами. Первая скорость, скорее всего, за ними. Поэтому мы не будем пока высовываться. Лучше мы больше единичек сольем. Хотя, смотрите. Он уже вскрывается. Что позволяет нам попробовать сразу же и ударить. Ну, сейчас по троглодитам прилетит, конечно. Конечно. Ну, кто бы сомневался. Ладно, 18 троглодитов. В обмен на пачку минотавров. Я думаю, что оно того стоит. Ну что ж, давайте тогда разгонимся пока. Октавия потом вернет армию, а пока что просто пробежится. Так, ну выход через воров есть в эту зону. Надо, наверное, попробовать пробить. Двадцать пять штук. Ну что же, единичку подставляем сразу, чтобы они шли сюда. А потом со снятием ответочки попробуем их разобрать. Давай. Отлично. А, надо было снимать ответку. Погорячились. Можно было, в принципе, здесь терять только одну единичку, а не две. Спешка, спешка. Так, ну и самоцветы. Есть. И дают нам самоцветы. Таким образом у нас отстраиваются минотавры. Все. Теперь только на цитадели замок осталось насобирать необходимое количество ресурсов. И можно будет считать отстройку на первой неделе довольно-таки неплохой. Соперник пишет, что у него зависли герои. И из-за этого, типа, ему ход мы не можем передать. Ну, блин, нам тогда придется переходить. Тогда с моралями что-то по-другому может произойти. Что уже не очень, конечно, приятно будет. Так, ну что же, мы загрузились. А, смотрите, нормально. Нормально загрузка произошла. То есть уже мой ход все-таки похожен. Так что можно будет потом разведочку тут нормальную провести с этой стороны. Ну и сразу же нам надо будет подумать, что у нас по золоту. Потому что, ну вот здесь можно немножко золота выбить за счет костра. Гномятню со склепом можно еще взять. И, пожалуй, больше золота я с этой территории вытянуть пока не в состоянии. Да, пожалуй, именно так и будем делать. Наверное, бежать сначала, пробивать орков, потом гномятню, а потом склеп. Чтобы до конца недели все-таки цитадель и замок поставить. А иначе он у нас не станет никак, скорее всего. Так, приходит ход. Соперника. Специалист. По мантикоркам приходит. Ну все, помчали тогда с разведочкой. Блин, а с разведочкой, а кто здесь будет? Ну хотя, в принципе, мы найдем. Пока что думать о скупке здесь рановато. Попозже об этом подумаем. Пока мы не можем себе позволить покупать здесь. Хотя, с другой стороны, было бы неплохо. Шакти, кстати, не дотягивается. Стоп, а если мы по цепочке поедем склеп брать? Ну это больно будет, пожалуй. Хотя, опять же, с другой стороны, на цитадельку уже хватает. То есть нам не хватает пока что на замок. На шестой день. И на портал, да? На портал нам тоже не хватает. Давайте попробуем Нимус загнать сюда левее. Находим еще одно внешнее жилище. Которое брать, наверное, пока не стоит. Засвечиваем левую территорию. Ну и, кстати, делать там будет нечего.
Поэтому Октавию сразу же надо будет возвращать сюда. А, так у нас тут вообще, наверное, сдвинутая охрана, да? Мы можем вообще туда бегать без проблем. Ясненько. Ну что, мы теперь достаем до орков. И нам надо их бить. И, наверное, придется брать парочку собачек на эту пробивку. О чем мы с вами сейчас и попробуем позаботиться за счет Даса. Вот таким вот образом. Ну, надо бить, ничего не поделаешь. Поехали. Две собаки. Ну, две собачки, понятно, мы их теряем сразу. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Так, ну и единичек побольше с вами сразу же выставляем. Орков тоже. И по... Ух ты! А как я так... А, из-за камня. Из-за камня просчитался, ребят. Красавец. Ладно. Блокируем. Этих ребят мы тоже блокируем. Ой, как хорошо моралечки-то зашли. Еще и успели закрыть наших троглодитиков. Пойдет, потери меня более чем устраивают. Замечательно. Все, Дас тогда разгоняет главного героя. Армию подводит, наверное, сюда поближе. Так, через конюшенку мы ее прогоняли. Стрельба приходит, хорош. Ну и надо ее тоже подгонять в этом же направлении. Скупаться у нас возможности нет. Поэтому обойдемся пока без этого. Ну, пожалуй, пока все. Так, ну что, возвращаем тогда Октавию. Только не спешим пока выкупаться. Немножко времени еще остается. Дальше у нас есть Лорелей. Ее мы сразу немножечко дальше начинаем подгонять. Шакти поедет у нас проверять гномятинку. Но опять же, взять мы ее сможем только если она реально маленькая. По-другому это слишком много проблем нам принесет. Так, пробуем. Пробиваемся ради прокачки. Ну что ж, поехали. Угу. Да, ну тут по троглодитам по-любому прилетало. Так, надо, чтобы Дас проверил размер гномятни. До 100 и до 50. Четыре стека. Ну, это может быть типа 15 гномов в том числе. Ну, нет, наверное, все-таки полезем брать склеп. С большой долей вероятности со стороны Шакти.
Только надо, чтобы Лорелей не закрывала проход. Справа. Справа тоже. По центру здесь уже стоять в этом случае нежелательно. И где-нибудь тоже, наверное, справа. Хотя нет, не получится. По центру тогда в таком случае. Все, поехали брать склеп. Ясно. Предмаксимальный склепик, ребят, выпадает. Ну что, попробуем оставить на одном месте. Тут, наверное, вейт пока. Снимать ли ответочку? На всякий случай, скорее да, чем нет. Как показала практика, это делать было не обязательно. Давай наверх. Wait. Почти. Почти. Отдаем с вами аджор. На убой. Плохо, что без снятия ответок приходится нам работать. И это большущая проблема. Две 500 золота. Ну, нам не хватает, конечно же, этого ни в коем случае. Но мы можем портал поставить. Правда, а где мы золото на всю эту скупку будем брать, я не совсем понимаю. Наверное, Шакти должен сразу же еще и через гремлинов съездить. Наверное, так. Восемьдесят шесть штук. Ну и попытка, в общем-то, разделить их сразу. Есть неплохой разлом. Так, сразу же моралька. На всякий случай снимаем ответочку. Хорош. Опять же попытка их как-то разделить. Они разделяются, молодцы. Что нам, конечно же, облегчает немножко задачу. Так, ну и они сами в надежде на мораль побежали бить наших троглов. Сразу же экспертное оружие. У нас тут кто? Лорелейка была. Кстати, а Дас дотягивается, нет? Да, Дас нормально дотягивается. То есть туда должна именно Лорелейка забегать. Посмотрим, что у нас в этой зоне находится. Похоже на трежерную зону по начинке. Но проблема в том, что не хватает золота. Это, пожалуй, самое-самое печальное, что у нас тут есть. Да, золота очень сильно не хватает. И где его брать, пока непонятно. Единственный вариант, где еще можно взять золото, это наги, но наг я уже не пробью. Гномятня. Вот гномятня еще последний шанс, наверное. Ну тогда это, ее надо будет брать уже с минотаврами. То есть в этом случае, типа, можно рынок попробовать еще поставить, кстати. Но с одним рынком. Такое себе. 1500. Так, а если, допустим, сейчас портал... Ну, единички мы еще с вами можем нарисовать. Портал, единички. Портал, единички. И на этот день, типа, ничего не строим, да? Наверное, да. То есть выкупаем минотавров все-таки. Везем наверх, отстраиваем цепочку, в которой у нас будет участвовать в том числе и Нимус. Докуда у нас дотянется Октавия на следующий ход?
Но она даже дальше дотягивается, то есть нимус можно повыше поставить. Хорошо, где-нибудь сюда. Потом делать подвоз на Даса. Дас пока что разгоняет главного героя. Артефакт, кстати, тоже отстойный довольно дали. Ну, среди тех, которые нам, в принципе, могли дать. Чуть-чуть не хватает, вы представляете? Давайте, наверное, все-таки поставим рынок. И тогда, возможно... Придется выбирать между порталом и отстройкой замка. Ну, наверное, портал будет строиться. То есть, все-таки с цитаделькой закончим мы первую недельку. Печальненько по ресурсам выпало. Так, быстрый ход с его стороны. У нас продолжается разведка. Ну, кстати, трыжачок-то неплохой. Крылья ангела. Хорош. Уликов довольно много. Пока что именно эта трежерная зона мне нравится больше всего из тех, которые у нас тут есть. Так, ну что, отдаем, а сами едем назад. Типа сначала бонус, потом нычка минотавров. Нимус заезжает сюда. И смотрите, на портал в принципе нам хватает, но мы его, наверное, будем пробовать ставить с вами в конце дня. А пока что докупаем еще минотавров и с 6 минотавров поедем, в общем-то, брать гномятинку. Да, будет больно. Однозначно. Но других вариантов нету. Или так, или никак. When you want to fight. Что это значит? Когда хочешь драться. Вторая-четвертая неделя примерно. Плюс-минус, да? Так, ну что, Нимус подтаскивает армию. Он улыбнулся, то есть он думает, это шутка, типа? Ясненько. Но это не шутка была. Хотите ли вы двадцатка? Ух. Ребят, просто ух. Так, ну давай сюда. Сюда, здесь ожидание. Будем ли мы снимать с кого-то ответный удар пока что под вопросиком? С грейженного стека, наверное, снимем. Давайте и правда снимем именно с грейженного стека. Остальные пока в ожидании простоят. Хорошо. По здоровью 26, 17. Ну, без потери минотавров здесь тоже, кстати, не обойдется. Ожидаем, ожидаем. Так, уже 10 здоровья осталось. Так, эти гномы вроде бы друг друга не страхуют. Уходим в ожидание. Вернуть назад не получится. И что, сразу же бить? А, наверное, придется сразу же бить. Или попробовать развести. Тоже не получится, кстати, сразу развести. Попробуем отбежать. И чуть-чуть вниз. Попытка отвести. Ой-ой-ой, ну что ж вы моралитесь-то так? Ладно, это минус минотавр. При всем желании.
Так, ожидание. Снимаем ответку. И сразу же бьем. Так, 5 минотавров, 14 здоровья. Давайте пока отбежим. Подойдем поближе. Так, ну скорость повыше. Поэтому пробуем с вейтап подраться немножко. Сойдет. И вот они, 5000. 5000, которые... Ну, надо либо на портал, либо на замок. Я думаю, что портал даже выгоднее, если мы через Минотавров играем. Портал даст нам троих, а так цитка уже есть. Наверное, портал. Наверное, все-таки портал. Вот таким вот образом сделаем. Все, Шакти тогда поедет на конюшенку. Армию забирает Нимус. Надо ускоренно начинать следующую недельку. Нимус едет тогда на бонусы. ДАС, в принципе. Я даже не знаю, где его. Вот здесь тоже на бонусе где-то использовать. Тоже, кстати, с конюшенки можно начать, а потом уже там по бонусам побегать в случае чего. И началась следующая неделька. Продолжаем заниматься разведкой. Подбираем немножко золота. Едем выкупаться. Конюшенка. После чего сходим вниз. Дальше Шакти тоже посещает конюшенку. Здесь мы посещаем золотишко. Садимся домой. Кстати, как насчет того, чтобы Шакти ехал сначала именно в левую зону? Или все-таки поедем, типа, чистить трежерную зону? Но охраны бешеные, конечно. Охраны реально бешеные. Кстати, а здесь проход в соседнюю какую-то зону? Потому что я вижу там ресурсы. Как насчет того, чтобы попробовать? Это, кстати, может быть зона уже, которая ведет к сопернику. Опа. Тогда надо строить ГМчик. Шакти должен ехать, в принципе, покупать себе книгу заклинаний, наверное. Так, замедление дают. Здесь мы добираем с вами еще золото. И потихонечку, наверное, начинаем героев гнать вправо. Здесь мы тоже, наверное, армию оставим. Мастер гремлины. Серьезно, может оставить кого-то сюда? Пробежать. Сложно сказать. Но минотавров уже очень много, конечно. Без стрелочки, конечно, тяжеловастенько будет. Но ничего страшного. Может быть, оставить ее тоже дома. Правда, без разгона. Как-то так. Шакти тоже пока пополнит ману. Все, наверное, следующий ход. Не будем спешить сильно.
Так, 8 плюс 8, 16. 16 плюс 3 отсюда. Это уже 19. Ну вот, 19 минотавров. Могло бы быть 21 даже. Но по золоту немножко не срослось. К сожалению, для нас. Соперник, если будет играть через Капитолий, то в целом я даже не удивлюсь. А вот если он выйдет в отстройку гильдии магов, вот это, кстати, может неплохо законтрить наш перевес. Слишком много золота надо, блин. Не ждем, пока он отходит. Отлично. Как там дела? Неизвестно как. Так, что у нас тут чуть повыше? Еще один улик обнаружили. Библиотеку нашли. Ясно. Октавия становится на минотавриков, но тащить их оттуда слишком долго будет. Пробиться в эту зону, я думаю, что было бы тоже неплохо, наверное, со стороны Шакти. Но при этом очень сильно не спешить. Выкупаем с вами побольше именно минотавров, как основной ударный стек, который есть у нас в наличии. И Шакти спокойненько сейчас должен пробить эту охрану. Тут еще и заклинание первого уровня какое-то, но мы пока не будем спешить его брать. Пожалуй. Сейчас как раз у нас есть герой, который проверит, что там. Благословение. А у нас, если я не ошибаюсь, этого заклинания как раз-таки пока и нету. Правильно? Нет, оно у нас есть. Все, значит, мы его не берем. Вызов корабля нам тоже не особо нужен. Ну что, начинаем тогда бежать вправо. А Даса, наоборот, возвращаем, чтобы он потом занялся подвозом армии. Пока мы будем бежать на соперника. Наверное, так, да. Мне видится именно такой вариант развития событий. Все, Шакти на всех парах тогда готовится идти к сопернику в гости, а здесь мы тоже с вами попробуем разогнаться. Пусть это будут гарпии, к примеру. Кстати, как насчет того, чтобы на рынке немножечко распродаться? Больше всего именно дерево у нас в наличии. Как раз хватило на то, чтобы выкупить всех минотавров снизу. И начинаем все это дело тащить тоже наверх. Наконец-то, спустя много времени, соперник ходил долго.
Может быть, хотя бы на этот день у него что-то серьезное происходило. Ай, и дальше никак не пройти. Вот вам и трежерная зона. Зато немножечко кристалликов с вами подберем. Это, в принципе, и все, что мы сможем вытянуть из этой зоны. На большее мы, к сожалению, с вами не способны. Ну что, давайте тогда наменивать ресурсов на золото. 16 минотавров. В итоге даже больше будет, 19. Давайте еще менять ресурсы. Как-никак, может быть, финальный бой будет сейчас намечаться. Так что этих самых ресурсов надо и армии иметь побольше. Так, ну, бихолдеров при всем желании мы даже сейчас не сможем всех притянуть. Вот как ни крути. Так что это будет позже. Все, Октавия поедет домой. Дас в таком случае передает армию на Шакти. И Шакти. А Шакти, кстати, не дотягивается. В таком случае Дас возвращает армию назад. А Шакти продолжает у нас бежать и дальше в этом направлении. Пытаясь притянуть немножко армии. Надеюсь, что соперник нас на этом не подловит. Вообще, то, что он золото здесь еще не подобрал, наводит на мысль то, что, наверное, зона у него еще недоразведанная. Я сейчас еще раз посмотрю на сам шаблон. Так, на этом шаблоне у меня три выхода должно быть. Все три выхода должны вести в трежерную зону. Так, в двух трежерных зонах есть кристаллы. В одной есть сера. Сера и ртуть. Вот та трежерная зона, в которой только сера и ртуть и нет ничего больше, она ведет к сопернику. Сера и ртуть. Давайте посмотрим. У нас как раз таки в этой зоне есть нычка серы. Точнее, шахта. Есть шахта ртути. Если есть хоть одна другая шахта еще... Нет, я не вижу здесь больше ничего. Других шахт нет, так что я практически уверен, что вот это вот соседняя зона оппонента, в которой мы сейчас на второй неделе с ним и встретимся, судя по всему. Так, и снова долгий ход соперника. Так что, глядишь, соперник еще и отпор нормальный даст. Может быть, партия будет интересной. Так, движений никаких вообще с его стороны не было. Так, докуда у нас в принципе дотягивается Октавия? Ну, кстати, не очень далеко, прямо скажем. А Дас? Дас, кстати, нормально. И в принципе он сможет довести, если что. А будем ли мы что-то довозить сейчас? Золота-то мало. Наверное, чуть позже, не будем спешить. Лучше подвезем то, что есть. Так, снизу. Пара стеков гарпий. Поехали. Конечно же, мы хотим подраться. Так, получается, шестая скорость против шестой же, да? Да, то есть я никем особо здесь не буду по скорости выделяться. Ясненько.
Поехали. Ух ты, сразу стал под удар? Серьезно? Это уже интересно. Эх, проскочили, да? Все равно проскочили. Продолжаем движение дальше. Так, тут гноликов по пути можно пробить. Чем мы тоже с вами займемся. Это все прокачка нашего главного героя. Но с этими, я думаю, что, наверное, мы даже сможем разобраться одними минотаврами. Но, как говорится, это не точно. Чуть поближе. Опять все в ожидании. Так, давай назад, назад. Минусуем стек. И тоже минусуем стек. Ой-ой-ой, консерватория. Я не пойму, это вообще зона соперника или нет? Или это очередная трежерная зона по пути? Ну, кстати, колечко попробовать забрать. Оно под троглодитов бы неплохо зашло. Давай сюда. Тут потихонечку выходим и становимся в какую-никакую, но цепочку. Ладно, пока не будем сильно спешить. Попробуем еще здесь снизу чуть-чуть хотя бы покачаться. Да, ну и цепочка, кстати, слабенькая довольно. Вроде визуально я просчитал, что это должна быть зона соперника, но пока не видно. Вообще никаких следов соперника именно с этой стороны. Судя по всему, надо будет ехать наверх. Хотя, если консерватория окажется единичка или двоечка, можно будет попробовать ее сразу же взять. А так у нас сначала разведчики сбегают вверх. Посмотрят, как там дела. И тогда уже пойдет и главный герой. Так, чем быстрее вернется у нас дружанька, тем лучше. Симка. Никаких следов соперника нигде не видно. И побыстрее выходим на дорожку. Раз возможности пройти наверх у нас нету. И давайте собирать золотишко. Ай-яй-яй, в тот момент, когда нужно золото, мне дают, блин, артефакт. Очередная битвочка. Так, ну давайте где-то по центру станем. И попробуем все-таки разделить их по всей площади здесь. Ух ты, большая часть пошла даже через низ. Даже так. Так, ну единичку слили. Ну, правда, она нас и замедляла в бою, так что не страшно. Плюс моральку портила тоже неплохо. Так, первая скорость за ними. Без потерь тут, опять же, не получается. В связи с чем мы с вами просто пытаемся закрыться. Ну вот, как-то так. Поехали. Угу.
Все, дальше можно вскрываться. Еще и моралечка. С потерей единички выкрутились. Ай, к концу не могу проверить. До 250. Ясно. То есть, судя по всему, большая. Поехали тогда забирать колечко. Раз такие дела. Грейжена востека нет, шестая скорость. Все, поехали. Так, решили стать чуть-чуть поближе. Но при этом мы все так же не достаем, да? Давайте тогда перераставимся. Станем как раз таки поближе. Ай, троглодитами не надо было бить. Спешка. Но зато магия земли сразу же выпадает. Повезло в этом плане. Со змейками бежать ли сражаться? Нет, вот со змейками, пожалуй, не очень хочется. Давайте запустим Даса. Хотя лучше цепочку, наверное, выстраивать. Для подвоза армии. Тем более нормально так по золоту начало получаться. Давай сюда. Лорелей получается левее. Докуда у нас ты дотягиваешься? Еще два шага Лорелей должна сделать. Смотрим. Еще один шаг. Вот так. Ну и, наверное, еще левее Даса тогда. Как-нибудь так. А Шакти у нас, в принципе, начинает ехать на свидание с соперником. В плане скупочки, ну, наверное, пока спешить не будем. Нам просто побольше золота надо будет, чтобы на следующий день скупиться и все это дело подвести. Так, приходит ход. Все так же пока сидим и я, и он с одним городом. Все, почти прибежали. Чуть-чуть остается. Теперь давайте смотреть, что мы можем в принципе еще притянуть. Наверное, бихолдеров, причем всех. И, кстати, тютелька в тютельку. И все, больше мы ничего не притянем. Ну, давайте так и сделаем. 17 бихолдеров. Тоже пригодится. О, и клевер удачи еще. Клеверу удачи мы тоже с вами найдем. Однозначно применение. Будет полезненьким. Дас в таком случае на Шакти передает все это дело. И Шакти пробивается наверх. Но если это окажется не зона соперника, я тогда буду в шоке, конечно. Так, ну тут придется пропускать удары. Поэтому сразу же закрываемся. Все, пускай подходят и бьют. Не, он... Не глупые ребята. Не стали на всех парах мчать вперед. На всякий случай снимем ответку, мало ли. Да, и не зря сняли. Как показала практика.
Опа! И ловим синку соперника. Армии там мало. Ну и вот она финалочка. 3-3-2-4. Причем у соперника маловато маны как таковой. Пятая. Здесь будет шестая скорость. А, они не доходят шестой скоростью, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Хорошо, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Гарпии тоже не долетают, да? Шестая скорость. Да, реально чуть-чуть не долетают. Ладно, тогда расставляемся чуть-чуть иначе, пожалуй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Да. Ну, единички, в принципе, их не жалко. Пускай даже сразу идут вперед. Поехали. Можно, кстати, ускорение было бы дать при желании. Но мы попробуем с вами дать замедление на этих ребят, чтобы мы стреляли первыми. Так, и он, судя по всему, откупается, да? Да. В таком случае берем обзорочку, чтобы понять, куда нам бежать. А, соперник пишет, что это не конец. Ясненько. Окейушки. Это у нас тут кто? Нимус. Ну, следующая цепочка у нас... Уже плохо будет срастаться. К сожалению. Но может быть что-то и подвезем. Посмотрим. Выкупается снова синка. Армии мы ему маловато там убили. Кстати, у него есть консерватория. Я вот думаю... Не мешало бы эту консерваторию тоже проверить. Вдруг она окажется маленькой, и мы ее возьмем. С ангелами явно было бы поинтереснее. А, у него там еще наверху какие-то разведчики бегают. Будем лишать его экономики. Кстати, а что у него по городам? Замок отстроен. Блин, ребят, он отстроился лучше, чем мы. У него стоит замок. Хотя, опять же, возможно, замок у него стоит специально под Капитолий. Что-то же очень даже может быть. Колодец есть. Но мне бы под этот колодец иметь хоть какую-то нормальную магию. Надо будет проверить, что здесь за заклинание. В первой финалочке между нами я, кстати, допустил ошибку. Если бы я дал ускорение на Минотавра, и Минотавра выставил вперед, я бы ему убил всех бихолдеров, которые, в принципе, были у него в наличии. Дотягиваюсь ли я до города? Да, дотягиваюсь. Но я не в состоянии сейчас брать замок. Поэтому я думаю, что мы с вами немножечко подождем. Спешка никогда не доводит до хорошего. Кстати, седьмой день.
Если я не буду... Ну, кстати, он шарит. Шарит насчет единичек. Молодец. В этом плане красавчик. Я ему все равно как бы не дам развиваться нормально. В плане подвоза армии даже не знаю. Можем ли мы где-то достать золото? Пожалуй, тоже нет. Так что я опять остаюсь без отстроенного замка. К большущему сожалению. Блин, какой же это ужас. Ну, да, кстати, так и есть, ребят. Остаемся без отстроенного. Ладно, тогда я не еду захватывать город. Берем лечение и попробуем консерваторию все-таки ломануть. В надежде, что она маленькая. С феечками мы не сильно горим желанием сражаться. Так что пусть уходят. А вот с трогликами можно пободаться. Чем быстрее мы заэкспертим землю, тем проще нам начнет проводить бои. Все, поехали. Минус. И минус. Тоже 250 грифонов. И одна конса большая, и вторая конса большая. Ну капец. Это жесть. Немножко ртути. Что у нас тут? Жажда крови. Так, и теперь интересный вопрос. Что, мы будем побольше армии копить или как? За счет замка. Или все-таки без замка, также с цитаделькой, но... По-быстрому стараемся скупиться и делаем подвоз. Я думаю, что, наверное, по-быстрому постараемся скупиться и все. Правильно? Наверное, да. Новые минотавры. Потому что сильно дорого получается. Отстроить-то замок я могу сейчас. Но тогда никакого подвоза не будет. А будет, если подвоз, я могу попробовать уже начинать брать консерватории. Правда, чуть-чуть еще не хватает. Ну, хотя я все равно заэкспертить не смогу перед концой. Значит так, Нимус. Ты дотягиваешься сюда, Октавия. Ну, как раз дотягивается сюда. Лорелей. Лорелей, кстати, туда не дотягивается до Даса. Так что цепочка у нас тут, в принципе, захлебнется. Ладно, следующий ход. Так, ну соперник решил нас атаковать даже сам. Интересненько. Армии у него особо нет, но он хочет за счет магии отыграть. Ну что ж, хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Да, именно так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Есть такое дело. Троглодиты у нас тоже будут стараться
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Подгрыженных гарпий. Главное не спешить становиться. И все будет окейюшки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ладно, нормуль вроде все. Теперь мне надо посмотреть, сколько дает ускорение, когда оно базовое. Экспертное дает плюс 4, плюс 3 что ли? Сейчас пробежимся, посмотрим. Так, 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 так. Плюс 3 дает. А так плюс 5. Да, плюс 3. Так, 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 так. Так, но если будет плюс 3, то я не дойду. То есть мне придется, наверное, Минотавров ставить поближе. Даже вот так. Типа мы даем на них ускорение, и они влетают. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот они чуть-чуть типа не достают, получается. И ему придется именно по Минотаврам в этом случае стрелять. Мы можем с вами еще троглодитов тогда тоже вперед поставить максимально. Давай сюда гарпию. Давай сюда тоже гарпию. Единички некоторые вперед. Все, понеслась. Начинается финалочка. По крайней мере, с ускорения сразу же влетим, что нас должно радовать. Почему он гарпий поставил снизу? Вот это для меня большой вопрос, потому что если бы он их поставил во второй слот, ну или по крайней мере повыше, можно было попробовать прикрыть и гарпий, и стрелков, ну и типа сдалека пробовать хитранить, да, физическим уроном. Так, пошло ускорение. Ну, минус один троглодит. Ой, точнее... А, минус два даже сделал. Ну, это немножко не то, на что я надеялся, конечно. Ладно. Хочешь сыграть таким образом? Сыграем. Не вопрос. Минус. Соперник, видимо, этого никак не ожидал со своей стороны. Давайте выстраиваться здесь поближе. Станем как-нибудь так. И поехали выбивать ему гарпий. Снял ответочку, молодец, в этом плане тоже шарит. Ну, то есть, он, нельзя сказать, что он нубас. Нет, все-таки какие-то познания есть, но вот на макроуровне, конечно, свою зону он зачищает просто сверхмедленно. И это сразу же резко бросается в глаза. Ну и что, если он гарпии не убирает, тогда я убиваю ему гарпии. Троглодиты для меня не так страшны, как гарпии. Либо же может попробовать гарпиями от меня побегать, а бить магией, вот как он это сделал сейчас. Ну, короче, это сейчас была ошибка с его стороны. Не знаю, зачем он это сделал, но
Это было абсолютно сейчас неправильно. Просто абсолютно неправильно. Говорит, окей, проиграл. Ну, бьем тогда. А, у нас магии нету, кстати. У нас нету магии. Не без ошибок соперник. Прорвался. Покинул игру, а зачем? Ну, в общем, вот такая вот получилась партия. Соперник в итоге сдается. Спасибо ему за игру. У меня на этом все. С вами был Армак. Надеюсь, партия была вам чем-то интересной. Ну, были вроде и неплохие действия со стороны соперника, но местами, конечно, были и серьезные ошибки. Но и я провел данный бой не безошибочно, так что можно сказать, мы стоили друг друга. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Всем пока, с вами был Армак, до новых встреч. Не забывайте подписываться на канал, ставить палец вверх, если видео было интересным. Добавляйтесь в группу ВКонтакте, следите за анонсами стримов, выпусков новых видео и так далее. И не забывайте поддерживать развитие канала, поскольку только на вас это развитие и держится.